Делегация Новосибирской области начала работу на 11-м форуме регионов России и Беларуси. Сегодня губернатор Андрей Травников принял участие в сессии в Полоцком государственном университете, посвященной развитию межрегионального сотрудничества. Помимо главы нашей области, в составе делегации председатель законодательного собрания Андрей Шимкеев, сенатор Владимир Городецкий и другие. Завтра состоится пленарное заседание форума. Также Травников примет участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации. Запланировано подписание дорожной карты мероприятий до 2026 года по реализации соглашения между правительством нашего региона и Могилевским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях.